Переговоры о передаче коммунального предприятия на баланс города ведутся с 2013 года. Тогда руководство ArcelorMittal Темиртау обратилось в правительство с просьбой перевести Укртпец в коммунальную собственность, так как из-за низких тарифов на услуги предприятие является убыточным. Тогда правительство страны поставило условия, необходимые для перевода предприятия на баланс города, а именно перевод земли с коммуникациями в государственную собственность, стопроцентная установка приборов учета в дома темиртауцев, а также замена аварийной магистрали от С2 до города на сумму порядка 4 миллиардов тенге. Эти и другие вопросы так и не были полностью решены, потому, по словам Нуркена Султанова, речи о переводе Укртпеса на баланс города быть не может. Я лично настаивал о том, чтобы все те моменты, которые были проговорены, оговорены и так далее, они должны решиться в нашу сторону, соблюдены. После этого будет рассмотрен вопрос о передаче. Но я не думаю, что в первом октября данный момент Без этого, значит, ни о какой передаче речи не будет.